Я вас приветствую, с вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Дорогие зрители, в этот раз я нашел для вас 2 плюс 1 с видом на крепость Alanya, на море, открытый район, Тосмор, до моря максимум 450-500 метров. Глазами вижу я так, как вы уже увидели. Сейчас снимем широкомасштабно все. Огромный балкон. Проект был сдан в 2009 году. Если вы застеклите этот балкон, то будет дополнительная комната. Юго-восточная сторона. Тут строится люкс-проект. Снизу у нас ухоженная территория, открытый большой бассейн. Зонтики, шезлонги уже поставили, уже отдыхают. Там открытая парковка, я вам покажу также. Крайний этаж. Вот какая красота. Нетто у квартиры 100 квадратных метров как минимум. Мебель новая. Шума такого нету, если закрыть. Просто сейчас стройка идет. Стройка как закончится, все, шума не будет. Вот. Мебель новая. Бытовая техника Siemens. Она подустала. Надо поменять что-то. Так. Где-то вид закроется, там вид отстанется. На море, на крепости Alanya постоянно будет вид. Просто эта стройка достроит. Звонят. Вот, да, ролики снимаю, постоянно кто-то звонит. Жди. Так. Прихожая тут. Вот такая прихожая. Хорошая. Есть кнопочка, вызывает лифт прямо в квартире. Здесь у нас первая спальня. Так, выход к балкону, первый санузел, он большой, как вы видите, вот, Siemens, также стиральная машинка, кабинку также можно увеличить, как хотите, но нормально, не маленькая. Это у нас второй санузел, у квартиры планировка хорошая, вот. Угу. И у нас спальня. Темновато, так как закрыто окно. Смотрит тоже. На море. Тут никакой стройки не будет. Это склад для мрамора. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Сеть магазинов Migros, Shok, А101, подземный проход к песчаному пляжу Тосмора, 300 метров до речки Дим, 400, а до моря 450-500 метров. Итак, вот такая хорошенькая квартира. Итак, да, цена этой квартиры 193 500 евро. Не закрываем ролик, ставим лайки, подписываем на наш канал. Комментируем. Я спускаюсь вниз и снимаю всю территорию. Не закрываем ролик. Итак, вышел я в коридорчик. Вот. Видите, так вид на горы. Идемте вниз. Рядом есть детская игровая площадка. Лифт. Вместимо 6 человек. Внизу есть склад, также можете поставить там велосипеды, там туда-сюда. Есть пандус. Вот. О, такой фасад у здания. Здесь большие балконы, как вы заметили. Это один из моих тоже любимых проектов. Качественное, сейсмоустойчивое. Есть генератор. Айдат 700 лир, не то подняли на 1000 лир, не помню. Кажется, 1000 лир уже сделали. Вот. Ручной открываете двери и въезжаете. Сюда сделают беседку. Тут отдыхать не буду. Здесь хорошие фруктовые деревья. Мандарин, лимон, апельсин. Из каждого дерева по 2. Оливки посадили. Авокадо там было.
Все, вот такой сервис. Вот балкончики такие, фасад, круглое здание. Тут есть маленький подъем, где-то 10-15 метров, потом нормальный проход к морю. Прямо спускается вниз, так можете идти еще. Так что всем пока-пока, дорогие зрители, звоните.